всякие там монтируют всякие. Ну напишите херню им, чтобы они сами повесили, да, этот сам. Ну, будет не так, будет не так. Это всем скажете, полезнее. Так, смотри, туда мы тебя не поведем, сейчас там простреливается. Туда нельзя. Сейчас. Мы тебя сейчас отпустим, ты по низу поедешь по дороге, могут накрыть. А если через вот, вот он все уже ихнее. Вот дорога, вот это уже все ихнее. Вот выжил, 500-600 метров от нас батарея. Я бы не рисковал, лучше в этом месте, если так сделать, вот здесь так попал. И мимо завода, вот там блокпост, на тот блокпост. Так а тут а через туда переезд. Ты проедешь, но гарантий никаких, понимаешь, нет, потому что они простреливают это все. Просто они, у тебя сейчас под снайпера подставить на пиано. Там такие снайпера, что, блин. Да ну все равно, ну знаешь, такие снайпера, блядь, попадут же, как назло. Они, блядь, пока там уже стреляют. Солдатики стояли, их убрали, прогнали нафиг, а вот этих. Они обезбашенные вообще какие-то. Ни с того, ни с сего, я же говорю, никого нигде нет, они пока там уже стреляют. Лучше не рисковать. Вот, посмотри его, сейчас может это корректировать, может все опять свинья. Пацана ранее. Чаек, так, пьек. А воды холодные. Газированная. Вот газированная, есть местная простая, хорошая. Холодная. Так иди, откуда они по вам эти снайперы? Вот. Вот дома и зеленка. Вот там дома. Прям не дают работать по ним, потому что прикрываются дома. Дома не трогаем, по жителям не стреляем, они под домом внутрь. Вот он, зеленка, вот дома. Вот это вот они отсюда работают. 300-400 метров. Что он там корректирует? Значит, на Семеновка фестивале, потому что они постреляют на фестивале. Сейчас самолет. Две сушки уже заходили. Да, две сушки зашли уже, ушли, сейчас еще два. Сейчас загрузятся, скорее всего. Чугуева. Чугуева перезаряжается, приходят, заходят.